Дороги превратились в реки. Сильнейший ураган обрушился на Ухань и затопил здание. Бушующий ветер буквально валит с ног людей и разносит по городу мусор. 10 мая. Тут есть ролик, можно будет посмотреть. На город Ухань в центральном Китае обрушился мощный ураган с проливным дождем. Информации о пострадавших нет. На записях, снятых очевидцами стихийного бедствия, видно, как огромные сильные воздушные потоки поднимают в воздух листья и мусор, а люди буквально валятся с ног от порывистого ветра. Также из-за проливного дождя в городе затопило дороги и даже здания. Ну, а на этом все. Дам ссылку, посмотрите. Вот такая... Подписывайтесь на мой канал и будете узнавать самые интересные события, которые происходят в нашей стране.